теплое время года, когда балконы открыты, а на окнах стоят москитные сетки, одно из любимых занятий нашей кошки-печеньки – лазить по этим сеткам. Забирается она на них, конечно, не просто так от нечего делать, а в процессе охоты. Либо она пытается поймать птичку, пролетающую мимо окна, либо же прыгает за каким-нибудь насекомым, ползущим с другой стороны сетки. Это занятие не представляет для нее особой угрозы, потому что сетки закреплены со стороны квартиры. Так что спланировать вниз, как на ковре-самолете, она не должна. Но есть другая проблема. Все сетки вот в таких дырах от ее цапок. А летом мы особо не парились на этот счет, потому что через эти щели вечером залетали всякие безобидные мушки, маленькие мотыльки и крошки-кузнечики. Их было совсем мало. Да и наши охотники благополучно всех этих буках ловили, не давая им распространиться по квартире. Но с приходом осени вечера стали заметно холоднее. И, видимо, кровососущая часть насекомых решила спасаться от холода у нас дома. Так что за пару прохладных осенних вечеров и ночей комары искусали нас так, как будто в нашей квартире их были сотни. Нас и не так вообще живого места не оставили. Так что теперь мы не засыпаем без волшебной штуки, которая отпугивает этих негодяев. Спасибо, блин, печеньки.